Номера еще вот здесь. Нормально. Вот по этой, да? Идем в этой. Прошу прощения, месье Дешеше. Мне нужно с вами поговорить. А что случилось в прошлой ночи? Нет, это было недоразумение. Я сама отчасти виновата. Ее поступки нет оправдания. Вам следует сообщить сэру Холму. Послушайте, я беспокоюсь только о потере дорогого мне вещи. Мне нет дела до Жакареша Перю. Вот это интересно. Вы случайно не это ищете? Где его нашли? Где? В малой гостиной. Все напоминает меня о любимой сестре. Я думала, что этот мерзавец украл его. Ну-ка, кстати, будет какой-нибудь с ней разговор? Слабость допроса. Устойчивость психология. Устойчивость манипулирования, да? Слабость допрос у нее. Допрос, да? Хорошо, запомним. Вы ее сын. Сара Дереше. Yes. Why? А что, она басая еще? Вчера я знала, что ваша мать тоже на острове. Что вы здесь делаете? Матери было одно серое дело, но она, похоже, исчезла. Я приехал ее искать. Я хорошо знаком с вашей матерью. Really? Серьезно? Я была на попечении вашей матери с рождения. Она ухаживала за вами? Нет. Так бы и не сказала, до сих пор помню ее взгляд, холодный как лед. Ее же такие руки, зажимающие мне рот, когда я кричала от боли. А и клиник тоже помню, она ему прижимала, когда вырезала и выжигала на мне метки. Погоди минутку, о чем это вы? Похоже, надо спросить у нее при встрече. И все сильнее распаляется. Послушайте меня, мне надо идти. Подождите. Хочу выяснить, что с вами. Две ошибки, да? Должна какие-то причины быть. Зачем сыпать соль на рану? Я хочу знать, что сейчас на самом деле. Нет, вы не хотите знать, ваша мать сделала со мной первую манипуляцию. Здесь это не мешает. Расскажите мне все. Я вас вижу насквозь. Вы ничего не лучше остальных. Вам плевать на меня. Вас интересует только, когда запровосилась ваша мать. Неправда. Но все стремятся использовать вас. Как же вас любят, верно? Кто-то. У вас ведь есть сестра? Да. Я уверен, что любит она всем сердцем. Она единственная, кому я дорога. Я бы давно отложила себе руки, если бы не она. А вы, настаивайте, я расскажу. Только встретился с вашей матерью. Спасибо, что доверяете мне. Видите ли, и вот до моего рождения моя мать страдала от галлюцинаций и приступов гнева. Она изменилась, да и неуязвимость стала совершенно другим человеком. Поэтому мой отец утратил ему деньги, тратил на лучших докторов, ни один так не смог ее излечить. Осталось только обратиться к священнику. И ваш отец его позвал? Нет. Он обратился к специалисту по оккультизму. К моей матери. Уже тогда она была совсем известна. Приступы прекратились, когда родилась я. И Сара Дереше поставила, что зло перешло в меня. И стало для нее поводом не только остаться, но и убить за моего отца и разлучить меня с семьей. Меня объявили мертворожденной. В этот день решилась моя судьба. Это объясняет, почему моя мать так часто бывала в Америке. Первый приступ случился у меня в 3 года, когда ваша мать начала своими экспериментами, чтобы изгнать из меня зло. Я понимаю, что вы чувствуете, но я знаю, что твоя мать. У нее явно была та причина, даже если в это трудно поверить. В эти эксперименты оказалось тщетно. Она искалечила мне жизнь. Зачем вы приехали сюда? Мой отец был знаком с сэром Холмом. Он предложил представить себя самым известным по оккультизму.
Лорд Мортимер. Он был последней моей надеждой, пока я не узнал, что ваша мать тоже приглашена. Должно быть это совпадение, и я ни на секунду не поверю, что она приехала сюда ради вас. А вы меня не переубедите, Луи. Мои дни сочтены, и я знаю это. Нифига себе, кто собрался. А этот мужик... Вот этот мужик сидел. Ну куда? Ты куда, девчонка? Где медок? Медок. Дайте медок. Чувак, дай медок. Я чем могу помочь, сэр? Я к вашим услугам. Круглые сутки. Есть просьба. У меня не было возможности привезти с собой личную вещь, поэтому не могли вы найти для меня почту. Разумеется, сэр. Что вам нужно? Я не отказался бы от янтаря. My good fellow. Друг мой, нет ли у вас осколков? Блин, янтаря? Пришлое желание не могу отдать, сэр. Полагаю, это драгоценный камень. Блин, не то. Нет, подожди. Янтаря. Золотой эликсир. Некорцы. Кармельская латы, золотой эликсир. Некорцы. Почитать манускрипт. What's that book you're hiding in your jacket? Сюртуком. Что вы читаете? Странная юная Вентера. Гетто, сэр. Я ее не прячу. Покажи, пожалуйста. Она потрепана, сэр. Я не могу дать вам книгу в таком состоянии. Я взял ее, чтобы подклеить. Манипулирует, да? Займемся между ними. Я займусь этим. Блин, а стоит вообще тратить? Совсем забыл, это она же моя. Прошу прощения, сэр. Это моя книга, уверяю вас, моя собственность. При всем уважении, сэр, позвольте усомниться. Видите ли, я нашел ее в библиотеке лорда Мортимера. Ну, разумеется, там я и оставил. Я немного растерян, сэр, я не знаю, что и сказать. В таком случае предлагаю ничего не говорить и вернуть книгу. Но я живо. Подожди, я хорошо, сэр. Держите, вот, пожалуйста, будьте с ней осторожны. Она рассыпается. Так вы испортили ее. Замечательно. Нет, я не виноват, сэр. Это не я. Извиняйтесь. Извините, сэр. Хорошо. Я хотел бы с вами кое-что обсудить. Получили предмет старого... Не отказался от янтаря. Блин, мне нужен был мед. Нафиг он. Расскажите о сыне. Я хотел узнать больше о лорде Мортимере. Прошу прощения, сэр. Мне не позволено обсуждать своего господина. Не желаете узнать о чем-нибудь еще? Об особняке. А, это интересно. Спасибо, до свидания. Так и... Ни о чем. Так, что здесь у нас? Монетка? А, нет. Это не надо нам. Кстати. Blind Oedipus, blinded himself. What a tragic destiny. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms.
собрались все. Боже, кто-то вообще забил. Ну, дорогие друзья, я рад приветствовать вас. Надеюсь, вы хорошо выспались. Ваше высокопреобразительство, герцогиня месье де Рюше, позвольте представить гостей, которые прибыли ночью. Йоан Кристоф фон Верьер, министр религии, соратник прусского короля Фредерика Вильгельма II, Наполеон Бонапарт, лейтенант французской революционной армии, и Жак Перу, судья французского революционного трибунала. Козел. Вынужден сообщить, что леди Мортимер не присоединятся к нам этим утром. Но, может, позже, с вашего позволения, начнем. Что это задумал Мортимер? Он срочно призвал меня сюда, но не послал никого меня встретить? Угу. Еще раз спасибо за вино. Ваше высокопреобразительство, его каждый день поправят. Ага, рад услышать. Ветер Пьяджи, похоже, хорошо ладит. Меня удивляет, что Уолтера запретил прусские религиозные обряды. Уважаемый член Ордена Розы Креста, бывший франкмасон и величайший знаток алхимии. Пьяджи открыл лебезы перед ним. Не переваривают эти политические... Йоан, мой друг, как у вас дела? Как бы вступить твердую землю у вас? Прекрасно. Как поживает ваш муж? Печально. В этой французской революции есть ужасная голова болит. Понимаю. Мне тоже не по себе от этого, что там творится. Если вдруг Берлин преследует пример Франции, ну для вас придется убежище в Лондоне, мой друг. Ваше предложение мне, конечно, льстит, Эмили. Но Лондон ближе к Парижу, чем к Берлину. Берегитесь. Французам ничего не стоит доплыть вверх по Темзе прямо к зданию парламента. Ох, мы все дрожу от страха. Как вы находите вино? Превосходно, Григорий. Такой богатый букет, типично французский. Это ведь сорт. Именно так. Если не ошибаюсь, лорд Мортимер не так сильно любит это вино, как вы. А ее отсутствие позволит себе изменить привычную карту вина. Надеюсь, вы не имеете ничего против. Не волнуйся, мне нравится это же сорта, что и вам. Я помню, как ваш прошлый раз наслаждался здесь этим напитком, присутствуя величайшей умной современности. В это время последняя наша встреча, приют в Блубере, был все еще разрушен. Что, простите? Ах, да, я занялся вопросом на подосуге. Приют вновь открылся за пару дней до Рождества. Приют? Спальня, душевые, классы, все отремонтировали. Я не знаю, что сказать. Вы сделали девочкам замечательный подарок. Спасибо. Я дал обещание и выполнил его. Что такое? Утомление? Впервые же я такой растроганный. Сила его упоминала любящий приют и Эмили. Не успел, сори. Дрожь слабость, Эмили Фрэсбер. Все в порядке? Yes. Да, благодарю. Я на секунду отвлеклась, но теперь я с вами. Что вы думаете о Вольнере? Русский король, юморе нет. Сложно поверить, что король Пруссии настолько слаб. Осторожнее, Вольнер не только влиятельный, но и опасен. Судя по всему, вы с ним хорошо ладите. Мы раньше работали вместе. Ясно. Ты чё, вам удалось что-нибудь узнать на этом Наполеоне? Лорд Мортимер пригласил Наполеона обсудить одно финансовое предприятие. Это неудивительно. Каким-то образом в деле замешано, что это наш орден? Вы уверены? В этом Мортимер написал Наполеону. Это очень важное сведение. Благодарю вас, Луи. Будете должны.
Месье де Рише, мне кажется, если вам поговорить, не уделите мне пару минут? Высоко. Лорд Мортимер и Золотой Орден в лице нашей матери заключают со мной финансовое соглашение. Соберись, Луи. Я слушаю. Так, подожди, а какое у него? Он Бонапарт, устойчивость, убеждение и политика. Устойчивости, да? Слабости нет у него пока что. Речь идет о пушках, Лорд Мортимер сообщил, что тебе поставки следует обсуждать с вами, а не с вашей матерью. Уверяю вас, очень сожалею, что исчезла, но скоро мне надо завершить эту сделку, чтобы не завершить все должным образом. Я еще не встречался с лордом Мортимером, боюсь, не смогу вам помочь. Он заверил нас, что вы будете заменять свою мать, пока та не вернется. Большое вам еще доверие, его доверие, но не понимаю такой спешки. Впрочем, продолжайте. Понимаю, я просто хочу уверить, что вы на моей стороне. Начало противостояния. Само собой, вешать. Поэтому я хотел бы кое-что уточнить. Так, докажите мне, что на соглашение у меня должен 50 луидонов до покупки 200 пушек. Да врешь, да? На эту сумму можно купить в два раза больше пушек. Не меняйте меня обмануть, мы оба молоды, они отнюдь не глупые. Пожалуйста, не злитесь. Я хотел убедиться, что вы знаете, о чем речь. И вы меня убедили. Есть еще вопрос, который я хотел бы вам задать. С вами мало знаем друг друга, и я хочу убедиться, что вы разделяете мое мнение о будущем Франции. Наша прекрасная страна оказалась в тяжелом положении, что, по вашему, мы должны сделать, чтобы она вернулась в свою мощь. Манипуляция. Мне кажется, сейчас Франция нужен сильный лидер, готовый править. Кто-то, кто вернет ее славу, кто подтолкнет ее вперед и вновь сделает гордой и устойчивой. Человек, способный восстановить ее изнутри и в то время наладить внешние связи. Нужен тот, кто весь план вперед в единение. Осталось только найти такого человека. Вы правы, мой друг, я полностью с вами согласен. Мое Дереше, вы меня убедили. Я рад, что познакомился с вами. Лорд Мортимер не зря вам доверяет. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с вами. Благодарностью поддержу, примите это скромный подарок. Книжка? Французские революции. Размышления. Классно. Получили предмет. Бенесса Бонапарт. Спасибо за этот жест. Значит, я рад. Успешно. Отлично. Поболтали. Друзья мои, позвольте сказать пару слов. Я хотел бы поблагодарить лорда Мортимера и вас, сэр Холмс, за то, что собрались вас здесь. То, что здесь не первый раз, в том числе я с нетерпением жду появления вашего гостеприимного друга. Остальных же я хочу как раз заявить, что у лорда Мортимера всегда припасена пара удивительных идей. Однако, не сомневаюсь, каждому из них они судят лишь выгоду. Во время моего последнего визита лорд Мортимер вызвался помочь мне перед выборочной кампанией стать президентом Соединенных Штатов. Несомненно, есть все бесценный склад нашего общества, общее дело. Мы все здесь соратники. Давайте же закроем глаза на то, что некоторые из наших стран сейчас враждуют. Я поднимаю свой бокал за вас, мои новые старые друзья. Я думал, вы не разочаруете меня, мистер Вашингтон. Что ж, встретимся завтра. Требуется новое. Надеюсь, что это гости и лорд Мортимер наконец встретятся. А пока вам предлагается множество способов скрасить свой досуг. Какую-то музыку такая, прям, слабоватая.
Вино и пушки. Все получилось, да, в принципе? Обыскать комнату Элизабет Адамс. А что, неудачи? Были неудачи? Сюжетной развилки. Не было сюжетных развилок, да? Открытые черты, открытые черты персонажей, используют слабости. Ух ты, нихера себе. 8 штук. Должно 8 опыта быть. 8 очков. Отлично. 8 очков. Убеждение собеседника в своей правоте. Это новый, да? Логика. Предметы. Допрос. Поведение, внешность. Оккультизм. Знаете, мифология, культура, реальных символов, древний язык и тайное общество. Что хитрость? Взламывайте. Это у нас второго уровня, да? Блин. Бдительность нужна нам, обязательно. Оккультизм. Этикет, да? Что это языковое знание? Языка, убеждение, политика. Это вообще неинтересно. Они не умеют собеседник менять эту тему разговора. Уходите от ответа. Четыре значения, да? Наука. Медицина. Выставить ваших интересов. Да. Логику включить. Красноречие, ловкость. Красивый собеседник, как открытую книгу. Да. И еще куда-нибудь эрудицию. Хитрость. Пусть вот это нужно. Отлично. Скачали. Получим новое знание знатов. Итак, что мы имеем? Перед завтраком я собирался разобраться с последним посланием матери. Мне нужно найти место, где все меня смиряют взглядом, да? А, один мускульт надо прочитать, да? Значков этики. Этикет. Навыки. Велина. Тайна мироздания. Наука. Страдания Миновета. Размышления французской политики. Манипулирование политики. Психология. Наука. Ну-ка, по навыкам что у нас? Ну, от манипулирования. Наука. Фитрофит. Психология, ловкость, деятельность. Много предметы. Манипулирование, убеждение, политика, психология, наука, этикет. Два этикета получается, да? Такое, да? Манипулирование. Политику. Нет, манипулировал. Что здесь интересно? Хорошо видно. Так. Что здесь? Что такое? Валяется? Нет, есть? Пивосик. Ничего нет. Пяджи. Друг. Ваше высокопреобщество, высокопреосвященство. Ах, сын мой, мне трудно всего совладать с грехом чревоугодия. И все же, как здорово мы провели время.
Я так рад, что пообщался с Гером фон Вальнером. Мы не видели целую личность. Да, я заметил, что ваше высокое присутствие знало многих гостей за столом. Преимущество возраста со мной. Лорд Мор теперь приглашает меня уже не первый раз. Вот увидите, мое идеальное место, чтобы вести новых друзей, и заметьте, что вы уже подружились с миссией Бонапартом. Меня учили подстраиваться под местные традиции. И правильно сделали, мой сын. Ну скажите, не знали вы, что там матери всех порта приехали? Но, увы, ничего, ваше высокопочтенство, я все еще не видел лорда Мортимера. Не волнуйтесь, с ним всегда так. Сказать, лорд Мортимер занятой человек. Мне кажется, вы начинаете волноваться. Честно говоря, не слишком. Правильно, надо быть оптимистом. Вероятно, Сара проводила совещание с лордом Мортимером и скоро появится. Но вы здесь, я хотел бы задать вопрос. Спрашивайте, Луи. Если я принесу вам, где все тебя смиряют взглядом, вам это о чем-нибудь расскажет? Ну, не знаю, что ли место вы ищете, Луи, но сразу представляю портретную галерею. Здесь и галерея? Не подскажете, где ее найти? Конечно, видите дверь в конце коридора? Через нее вы пойдете в библиотеку, пройдите ее насквозь и окажетесь в галерее. Ух ты, благодарю. Вы сразу поймете, куда пришли, и я вам обещаю. Огромное спасибо, ваше пресвященство. Позвольте попрощаться, оставить вас сражаться со своим... слабостью. До свидания. Хороший дед. Классно. Так, что здесь? Важно повесить три круга. Вот. Здесь что у нас? Это мед? Не говорите, что это мед? Реально мед. Классно. 4 меда, я искал много. Натюрморт с ветчиной. Выглядит аппетитно. Да, согласен. Вообще классная игра, просто реально классно. Что здесь у нас? Хрень какая-то. Ну-ка, взломаем. Вы получили предмет, осколки внутри. Что здесь у нас? Получен предмет с ключом на символ земля. Что земля? Красную гостиную. С кольцом. Земля. Интересно. Так, библиотека. Ни хрена себе библиотека. Воу-воу-воу. Полегче, полегче. Библиотека, офигеть. Что здесь такое? Золотой эликсир, да? Охренеть, классная какая. Энтер из братьев Миллер. Мать запрещала мне даже открывать эту книгу. Так, что здесь? Мёд. Ещё одно. Придётся, наверное, много смотреть. Просто так не будут давать мёд. Много там. Что здесь у нас? Несколько страниц старой энциклопедии. Что здесь у нас? Монетка, да? Отлично. Так, это мы проходим куда? Это идем дальше. Галерея. Вот он. О, и вот он описание этого вечерия. Охренеть, какие картины классные. Блин, я бы хотел галерею эту. Это обалденно. Идите, взглядом. Стреляют. Возможно, мать говорила об этом. Об этой комнате. И она еще упоминала Медуза. Осталось найти ее. Так, давайте посмотрим. Картины. Куда торопиться? Аллегория декларации. Право человека. И это по личному. Мизон прикольный такой. Это
это? Свобода или смерть? Ренье. Мне кажется, он вообще не ставит вечный вопрос, хоть и ударяется в крайности. Это у нас, это картина Эндриха, Людовик XIV, бедающий в Сантерия. Король почему-то отвернулся. Он словно общается с кому-то из толпы. Здесь что? Ничего. Тени посмотреть картину. Мне взглянуть. Что здесь у нас? Монеточка. Исилия. Ее имя ничего не говорит мне. Так, где это большие вот эти непонятно. Так, что здесь у нас? Золотистые эликсиры, да? Нет места, да? Так. Карминская вода. Здесь надо все посмотреть, да? Давайте все смотрим. Как там присесть, да, можно? Распятие Христова Веласкеса. Интересно, здесь записка отложена для герцога Анкудия. Песня о Ларунде. Почуял граф, что смерть его близка, что мозг ушами начал вытекать. Ушами. У него мозг вытекает, а он еще и умудряется что-то чувствовать. Франциск принимает святое семейство, картину Рафаэля. Весол кентаря. Падение Фаэтона, еще одно творение Рубенса. Бедного Фаэтона поразила молния за то, что он держал своего отца Аполлона коней. Мораль, не спайся на зарься на отцовскую колесницу. Так, это мы уходим. Так, начнут называть Мембрандт. By Rembrandt. A meeting between Louis Hadwors and Philippe Saint. I wonder why Mortimer's particularly interested. Тайная вечеря, Леонардо да Винчи. День за день распятие Иисуса объявляет, что один из учеников предаст. Реально, рядом с Иисусом слева это девушка. Все остальные мужики. И эта девушка носит, если кто знает, она носит ребенка Иисуса. И она родилась. Потом из-за, получается, из тайного братства, которое хотели уничтожить и искоренить Иисуса родни, пытались убить. Так, здесь нет, да? Картина без названия. Это сам. А, вот он, этот наш. Так, Медуза, понятно. Ну, сейчас посмотрим. Я, кажется, возьму с собой. Отлично. Так, что здесь у нас? Ничего. Так, всякие. Здесь тоже ничего. Так. Ну вот, мы нашли Медузу. Так, что? А, ну это... Медуза. Горгона.
не понять, на что матушка пыталась указать. Медуза. Герой вооруженным мечом. Герой с лампой. И последний со щитом в руке. Готов выручить статую и образовать сценку. Бедолаги встретятся с чудовищем лицо к лицу. Надо бы их им подсобить. Разгадайте загадку Медузы. Так, она смотрит на этого чувака, да? А что сделать? Вот что я сделаю? На расположение. Now, Louis. Так, Луи, пришло время подумать логически. Как насчет настоящие ученые? Их цель — сразить Медузу. Зачем им же тогда лампа? Поджечь Медузу? Вряд ли. Герой с лампадой станет легкой добычей и щит. Щит им не поможет. Поджечь меч? Нет, это глупо. Тогда останется щит. Они поиграют ли мне со светом? Если я правильно поверну щит, он разит луч. Луч света приведет Медузу в замешательство. Да, и самого так, и она защитит. И в этом случае она мне точно разрешит щит. А, расположить щит. Так, повернуть, да? Так. Нужно повернуть... не к щиту, да? С мечом? А, нет, на обратно. Чувак. С... не с мечом, а с щитом. Статуя кажется темнее. Всего она выглядела с того, что была частью повернута к огню. Значит, она должна стоять лицом к Медузе. Логично. Берегись, чудовище. Повернуть статую к Медузе. Ну и все. Откуда мифы пошли? Ну, взгляд на фантастических существ. Только что нужно. Слева текст на французском, а справа на латыни. Надо найти. Ага, представьте страницу на французском. Погодите, эта версия значительно отличается от латинской. Здесь описывают, что мужчины всегда проникали женщин в обществе. Гарпии, русалки, химера, гидра, горгоны. А, глава про Медузу. Пока другие герои отвлекались, Гордон, герой с мечом, готовился нанести Медузе удар. Ну и все, да, логично, все правильно. Все, решили? Загадку. Говорит, боже, будь осторожен, герой, чудовище всегда нападает на самого защищенного. И в этом его слабость. Вот он, ключ и разведка. Самый защищенный герой, тот, у кого щит. Спасибо, матушка. Повернусь статуэтку. Со щитом. Если следует легенде, мне нужно поставить перед Медузой героя с щитом. Ну вот, вот только здесь не сработало. Надо подумать, что это другое. Ну вот, все правильно же.
лампы. It looks right, but все вроде nothing's happening. Maybe in this position. Может быть, стоит это герой сидеть там своего товарища. Dazzling his colleague. Герой с мечом. Что происходит? Ух ты! Вау, вау, вау! Полегче. И мы в другом. Ох, ради всего святого, умели. Нельзя так пугать людей, больше не повторите. Так, так не суйте нос в мои дела. Я не представляю, о чем вы говорите. Прекратите дурачиться и расскажите, что вы здесь делаете. Я обнаружил тайное послание матери. Она объясняет, что найти нужно тайную комнату. Видимо, что-то здесь ее привлекло, и я пошел по следу. А вы? Как вы здесь оказались? Я вам все расскажу. Давайте угадаю. Удивите меня. Вы шпионите за Мортимером? Здесь все шпионите Мортимера. То есть я угадал? Понимаете, как считаете нужным, но я бы не удивился, если бы мотнулся на остальных любопытных где-то поблизости. Так и быть, в этот раз я потерплю ваше присутствие. Раз уж появились, займитесь чем-нибудь полезным. Поищите там, я поищу здесь. Давайте здесь, если заметите что-нибудь интересное. Хорошо. А, естественно. Вашим услугам, мадам. Так, сняли. Обыскать комнату с Эмили. Что здесь такое? Божественный символ описывает ящик Пандоры. Эмили, похоже, я нашел ящик Пандоры. Разумеется. Вы нашли глиняный горшок, сразу подумали, что это ящик Пандоры. Логично. Но мне у вас нравится, Луи, так что ваше умение... Эмили, что будет, если я открою крышку? Во всем будет... Беды будут виноваты мужчины? Попробуйте, я только за... Можем продолжать? Ваша ирония очаровательная, но право слово. Вас кто-нибудь может впечатлить? Это ночной горшок. Таким мало кого впечатлишь. Стигачится, а? Так. Золотое типа руно. Побыстрее, я замерзла. Замерзли? Накиньте шкуру. Он вас немного согреет. А, это шутка и пальцем. Нетронно. Золотой подошел бы вам под цвет глаз. Ваши комплименты подошли бы кому-нибудь мужлану. Неофициальный Евангелие. Такую книгу найдешь скорее в Ватикане. Ничего особенного. В Букингемском дворце таких три. Евангелие в виду. Утверждаю, что распятие Христа — часть Божьего замысла. Вы ведь понимаете, что содержимое этой книги противоречит нашим основным христианству. Еще одна причина оставить его в тайном комнате, особняка в частной острове. Вы осознаете, насколько важна эта книга? Ну, разумеется, мне больше интересно, когда эта книга оказалась у Мортимера. Я тоже самое думал о всех картинах и скульптурах в этом особняке. Вы читали их от корки до корки? Разумеется. Really? Правда, интересно. И какая часть вам понравилась больше всего? Абзац, где Мария говорит Иосифу: «Эй, ты, закрой рот!» Другими словами, вы их даже не открывали. Ну да, понятно. Что здесь у нас? Это коллекционные монетки. Любопытно, это труд написан Мортимер. В нем речь идет о страсти и искусстве. Здесь ничего не было. Что здесь у нас? Какие
какие-то непонятные статуи. Венок. Цезаря, угадайте, что я нашел? Святой Грааль, древняя. Шапка. Ночную. Я не могу гадать часами, просто скажите. Лавровый венок Цезаря. Венок сплетен простым великолепно. Золотые лавровые листья так искусно переплетены. Венок достоин императора. Я поставил свою жизнь на то, чтобы он настоящий. Итак, представим Мортимера в той лавровый венок на голове, прохаживаться по особняку целыми днями. Занято вы представляете себе Мортимера? Разве он эксцентричен, как все англичане, разве нет? В таком случае переобразуйте французские любезности. На вашем месте я бы им проводил такие сравнения. Что здесь такое? Меч? Что за меч? Посмотрите на этот меч, Эмили. Он восхитительный. Я занята, пишите его. Изучить, да? Медная крестовина на вершине наполнена в виде... Судя по всему, насколько изношен клинок и его ковали, этот меч ко времен крестовых походов. Им, скорее всего, владел богатый рыцарь. Здесь дата МЦХЦ, 1190. Ну да, выкован до времен крестовых походов. Нифига он здоровый. Кажется, это Экскалибур. Меч короля Артура. Я всегда мечтал вытащить ее из камня. Как это мило, но все еще не отказалась от своего детской мечты. Вы закончите играться, не могли бы вы помочь мне обыскать это место? Какая ты нудная, а? Большой разлом политических режимов, которые написали лично Мортимер. Все просрали с тобой, мед. Осколок янтаря. Вот кое-что интересное. Усадьба в штате Мэн. Сотня акров земли Каталонии, собственностью Шанхая. Невероятно, некоторые документы более 600 лет. И все они подписаны рукой Мортимера. Интересно, не так ли так заинтересовалась? Как так вышло, что на всех бумагах его подпись? Думаете, это имущество действительно принадлежит ему? Видите царапины вокруг слов? Да, и что? Чернила почти не растекаются по бумаге. Подпись поставлена в такой же манере. Документ был написан теми же чернилами. Если это подделка, так на ее работали профессионально. Род Мортимер играл разные люди, передавая из поколения в поколение. Разные люди под одним и то же именем. Другая гипотеза, хотя и менее странная, чем пара моих прошлых дел. Наконец-то, вы хоть о чем-то со мной согласились. Документы, конечно, любопытны, но серьезно думать, что ваша мать пришла сюда из-за них? Я не знаю. Ее очень интересовал Мортимер, и ее свидетельство о собственности правды выглядело настораживающе. В таком случае, почему она здесь оставила? Это я тоже не знаю, спросим ее, как найдем. And what's your take? Это я тоже спрошу. Как лорд Мортимер отзовется в такой коллекции? Уму непостижимо. Тайная связь, деньги и, может быть, фамилия реликвий, которые поставились из поколения в поколение. Как знать? Это бы означало, что предки Мортимера жили еще до рождения Иисуса. Интересно, почему моя мать не рассказывала, что ее здесь так заинтересовало? У нее не было времени это написать, или она не знала наверняка, что ищет. Или она не хотела, чтобы кто-то узнал о ее находках. Мне от этого не по себе. Вам просто нужно обыскать комнату до конца. Может, что-то найдете? Вообще забись. Что это? Что это вы нашли? Кулон с камнем.
Что с вами? Ничего. Ради всего святого Эмили. Вы так кинулись к клону, будто от него. Что это значит? Нет. Мы едва знакомы, вам нравится. Но не думайте, что я сразу же вам откроюсь. Эмили, довольно очевидно, что вы приехали сюда не только для того, чтобы наладить насадить винами Мортимера. Прекратите уклоняться и доверьте мне. Чего вы мне доверяете, Луи? Чтобы с вами что-то случилось. Сложность, Пелагия. И я же вам доверяю. Где шкафа? А вот что у нее? Так, наша девочка, где она? Дальше. Эмили, вот она. Слабость психологии, устойчивость логика. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Хочу помочь. И что же вы хотите, чтобы я упала в ваши объятия и во всем с вами соглашалась? Зря вы так. Я хочу лишь прошу немного доверия мне. Хотя формально, признаюсь, на вас можно положиться. И все? Я ожидал больше. Но я готов вам довериться в вашей французского сфера. В других случаях я ничего не выигрываю от вашей помощи. Вы не выигрываете, черт возьми, Эмили, я пытаюсь вам помочь. Перестаньте вести искать выгоду. По-вашему, мне нужна помощь, как и всем. У вас тоже есть сильные и слабые стороны. Не притворяйтесь неуязвимой. Ну, конечно, уже распознали мою уязвимость. Так. Политика, кузизм, вопрос. Прагматика, умная, уверенная в себе. Она нервничает лишь, когда идет о ней самой. Я не так много знаю о вашем прошлом, но полагаю, в жизни много пришлось испытать. Вам стали закрыты. Возможно, пришлось время доверить мне. Не каждый встречный хочет вам навредить. Полагаю, вы правы. Я просто не успеваю, извините. Если есть слабость, но мне нужна и помощь, чтобы с ним справиться. К тому же я просто не планировал сейчас с кем-то работать. Вы понимаете? А у вас уже есть сообщать? Вы предпочитаете работать одна? Вам нравится главный в расследовании? Я все прекрасно понимаю. Вы любите командовать сами и не выполнять чужие распоряжения. Будь я такой властный, как вы описали, это место обыскали бы моим подручным, пока я сплю в уютной постели. Неудача. Жаль. У меня есть сообщник. И я знаю свои слабости, не сомневаюсь, что ваши навыки мне бы пригодились. Понимаю, у нее есть сообщник. Понимаю, вы уже с кем-то работаете. Вы проницательны, Луи. У меня есть уже сообщник. Я знаю свои слабости и не сомневаюсь, что ваши навыки мне пригодились. Но ими владеет человек, с которым я работаю. Не назовете мне его имя? Нет, я уже и так много сказала. Вам повезло, что я рассказал хотя бы это, так что случается редко, уж поверьте. Ну же, давайте далеко зашли, давайте расставим точки. Вы же в конце концов все еще расскажете мне. Ну, как перед вами, ничего не устоять. Посмотри, угадай. Угадайте ли вы, кто мой сообщник? А вы азартный леди. Похоже, была на змеей. А это кто? Это этикет, да? Сложность. Ваш отец, старый муж. Кто-то из ордена? Нет. Женщина это. Ваша мать. Моя мать. Ваша сестра. Моя мать. Вряд ли, да? Интересно все-таки.
ваша мать? Породы со своей матерью? Мне бы сначала узнать, кто она. Прости меня, я не знаю. Я думаю, вы поняли, что есть сирота. Я не знал, иначе бы не стал о ней говорить. Теперь вы знаете. Так, женщина это... Ваша сестра? Ее сестра, она ваш сообщник. Это еще вы ищете. Признаться, я удивлена. Как вы догадались, что у меня есть сестра? Об этом почти никто не знает. Вы умеете добывать своего, поэтому у вас не отнимешь этого. Вы заслужите знать, почему я так удивилась, увидев кулон с змеей. Я думала, что его обронила Эмма, моя сестра-близняшка. А, теперь понял, почему вы сказали, что помните за двоих. Да, все это немного хуже, чем вы думаете. В детстве нас постоянно пугали, путали, поэтому мы решили подыгрывать. С тех пор мы слились воедино. Моя сестра перестала быть Эммой. Эмили Хилсброу, женщина с двумя лицами. Хитро, но не слишком ли сложно? Вы справляетесь? Заодно и нас существует для внешнего мира. Мы все делим на своих. Сначала одна, затем вторая. Мы одинаково одеваемся, красимся, разговариваем. Мы ведем себя как один человек. Красивый. Когда нам дают задание, мы действуем вместе. Только в этот раз она пошла одна. Не следовало ожидать ее дома. Она была утащить детали у Сэрла Хома и вернуться назад. Потом решили, как поступить дальше. Но что-то пошло не так. Она должна была вернуться в Мортимере неделю назад. Корабль прибыл в Паламут, и моей сестре на нем не было. Матрос передал мне послание от Холма, в котором говорил, что она внезапно пропала. То есть моя мать и ваша сестра пропали практически одновременно. Странно. Невозможно, причина одна и та же. Не исключено, но я пока не нашла ни одно, ни другое. Не слишком утешительная новость. Кстати, Луи, вы теперь знаете мою тайну, и обязаны держать ее при себе. И не то поплатитесь. Не волнуйтесь, я умею хранить секреты. Пора уходить. Мы повысили себе навык, это хорошо. Ну, не сразу угадали, конечно, мама, она, что она сестрой, получается, сироты. Это как-то непредсказуемо. Ну, что вы думаете о нашем первом приключении? Должна признать вашим весом. И с вами. Опа. Похоже, она снова напилась. Луи, нам говорит сейчас же. Доброго вечера, Элизабет. Время не пришло. Умоляю вас, пожалуйста, не бросайте меня. Я подожду вас в комнате. Не задерживайте надолго. Ну, какая. Между нами только что проскочила какая-то искра. Луи, надо поговорить, иначе будет поздно. Похоже, Элизабет нуждается в моей помощи, но если начну с ней болтать, Эмили просто уйдет. Что же мне делать? Я не знаю. Элизабет. Эмили. Вот как? Этой помочь или... Эмили. Извини, Эмили, но я не могу вот так бросить Элизабет. Хорошо, чем могу помочь? Спасибо, идемте за мной. Мне нужно с вами поговорить, Луи, сейчас же. Лорд Мортимер знает бардак, что устроили. Послушайте меня, мои дни сочтены. Элизабет, вы беспокоитесь за моей матери, то уверяю, вам не о чем беспокоиться. Она приехала сюда не за вами. Я видел ее. Видели кого? Мою мать? Когда? Прошлой ночью. Я ходил прогуляться с тёсой и увидел ее вдалеке. Она сразу спряталась, но я узнала. Её. Получается, вы знали мою мать в полном темноте, когда та пряталась?
Да, Луи, уверена, что это была она. Вы ведь только что сказали, что она была вдалеке. Время было позднее, и скалы точно хорошо освещены. Я говорю вам, что это точно она. Она не запинается, она не дрожит. Она уверена в том, что видела. Вы разговаривали? Нет, она была далеко. Я не стал кричать, и она исчезла. И вы там что же сказали, сэр Холм, Мортимер? И вы не понимаете, она здесь. Да, я понимаю. Вы не верите. Как только я ее увидел, у меня начали спазмы. Она здесь, я уверена. Это была она. Мне нужно куда-нибудь успокоиться. Я выпью вместе с вами, но немного, хорошо? Не знаю, где она взяла это пойло, но она отвратительная. Луи, я приехал сюда в надежде, что мне здесь помогут. И только сейчас я узнал, что меня заманывали в ловушку. Мне кажется, я начинаю пинить. А это подливается. Последний бокал для обреченных. Ах, что-то алкоголь, да, мне в голову. Всю ночь я так продолжать не смогу. Давайте медленнее, хорошо? Алкоголем наши проблемы не решить. Ах, вторая пошла не лучше. Тогда что вы хотите знать? Зачем она сотворила со мной все эти мерзости или нет? Даже если изменит ваше мнение, а не сильно. А чего это же пытались вас вылечить? От единственной болезни, которая так и не справилась. Элизабет, давайте уже закончим начатое. Меня мутит. Была какая-то причина, говорите уже. А чего вы вас лечила моя мать? Она пыталась заставить их замолчать. Что? О чем это вы? Кого? Голоса. Голоса. Голоса в моей голове. Они говорят со мной, Луи. Они постоянно приказывают мне, говорят мне гадости. Элизабет, вы удивляетесь, что с вами говорят духи? Да, иногда голосов несколько. Как вы узнали? Нет, послушайте, я ничего не знаю, но я просто повторил то, что вы сказали. Они хотят, чтобы я говорила лишь с ними. Они никогда не замолкают. Ваша мать делала все, чтобы они исчезли с самого моего детства. И вот результат. Невозможно. Матушка всю жизнь сбежала, что сверхъестественно не существует. Затем было издеваться над бедной девочкой. Черт, она вся... Что она с вами сделала? Луи, вы начинаете мне верить? Нет, но она... Жаль, что она ничего не добилась. Она еще все в голове. О чем это? Они все разговаривают с вами? Постоянно. Несмотря на все эти пытки, которые подвергала меня Сара. Я все еще их слышу. И вот меня привезли на богатом забытый остров, где никто не знает, где уже давно гостит она. Понимаете? Вы тоже это чувствуете? Я здесь умру. Умоляю, скажите, что вы мне верите. Да, Элизабет, я здесь, с вами, и я вам верю. Спасибо, Луи, знаете, я не сошла с ума, хоть все вокруг так и считают. Mm.
My God, Elizabeth, how is this? Как это вообще не это возможно? Добро пожаловать в мой мир, маленький Луи. Добро пожаловать в мою жизнь. Посоветовать ей бежать с острова. Я даже не знаю, почему. А почему ей бежать? Нафиг она нужна этим? Давайте не будем спешить. Здесь вам бояться нечего. Я с вами. Тем более, моя мама исчезла, поэтому вам ничего не угрожает. Голоса говорят мне обратное. Черт, не сдавайтесь. Вы должны бороться. Вот увидите, завтра будет лучше. Я вам скажу, вам по вкусу мой коктейль. Надо же. Что? Он на меня уже не действует, но моим гостям обычно не нравится, что я смешиваю алкоголь с настойкой опия. Что вы? Вы подмешали мне опий? Вам и себе, не волнуйтесь, мой маленький Луи, мы пойдем в одно месте. Чувствую себя паршиво, меня сейчас вырвет. Мне нужно вернуться. Don't worry. Не волнуйся, Луи, я с вами. Я позабочусь о вас. I'll take good care of you. Что эта стерва хочет со мной сделать? Не трогайте меня. Уйдите. Я упаду, и если встану. А малыш Луи притомился. Обо мне? Обо всем я позабочусь, не волнуйся. Нож? Убить, что ли, хочет? Мадемуазель, могу я войти? О, голова раскалывается, не надо было столько пить. Черт побери. Опа-на. Сама у себя, что ли, бахнула? Элизабет. Гаргона. Часть четвертая. Часть первая, четвертая часть. Неудача, я отвесил. Элизабет. Надо вам убить, что ли. Ты пойми, да? Что к чему? Зачем? Для чего? А вот она и... Это, получается, первая часть. The Console игра Big Bang Wolf. Вот. Точнее. Угу. Офигенно. Это первая, получается, часть идет. На 4 разделено. Интересно, интересно. А если бы мы бы не купили? Это стоит просмотреть потом. Вот скоро уже вторая, третья, четвертая и пятая. На данный момент первая — это важная часть, это получается.
Это наша девочка. Якобы сумасшедшая. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии мы увидимся вместе с вами. Надеюсь, это будет вторая скоро уже. Всем пока-пока.